Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». Сегодня мы вновь в гостях у Константина Скибы. Сегодня у нас не столь животрепещущая тема. Я думаю, она не вызовет таких батальных споров, как в прошлый раз. Вот. Более, скажем так, она узкая и более интересная будет, я думаю. Сегодня мы поговорим о огнестрельном оружии, применявшемся у черкесов, как черкесском, так и не только, скажем так, и оружие русских солдат. Казачьи, ну, упомянем, да? Но это, ну, как есть, фон. В основном, конечно, да, для сравнения, это, скажем так, да. Огнестрельное черкесское оружие. В общем, о культуре его применения, о появлении, в принципе, его в Черкесии. И как вот оно повлияло на именно набеговую культуру черкесскую, на вот эти стычки, войны, в общем-то, с его участием. Ну, я предлагаю перейти с самого первого вопроса. Собственно, откуда появилось изначально это оружие в Черкесии впервые? И, ну, вот источники, скажем так, его появления. Да, наверное, начнем с этого. Ну, правда, маленькое пояснение, такое вводная часть. Во-первых, если посмотреть, как этот вопрос изучается в современной науке, однозначно сразу видно, что холодное оружие, ну, получается, нас интересует холодное черкесское оружие, здесь в приоритете. Вот. И даже если вот какие-то фамилии назвать известных исследователей, историков, ну, хотя бы две. Вот, например, Феликс Наков, ну, да, один из главных специалистов по черкесской шашке и вообще холодному оружию. Вот такой адыгский ученый. Из российских ученых можно называть краснодарского историка Бориса Фролова, который тоже вот прекрасно занимается оружием кубанских казаков, но одним с маленьким уточнением. Он специализируется по холодному оружию. Тем более я с ним работал, мы с ними были коллеги. Я 5 лет работал в музее имени Фелицина и прекрасно вот помню все эти наши разговоры, выяснения, когда, ну, видно, что человек, вот у него душа лежит к холодному оружию. Вот, поэтому какие-то вот попытки выяснить что-то более подробно на таком же высоком уровне про огнестрельное у нас, как правило, вот, ну, не достигали того уровня, потому что, ну, разные были специфики, особенности, но тем не менее, сейчас не будем вдаваться в подробности, но факт остается фактом, что холодное черкесское оружие, предмет более-менее изученный, вот, специалисты есть. Что касается огнестрельного, ну, конечно, можно вспомнить хотя бы книгу Эммы Асфацитуриан, московского историка, оружиеведа, «Оружие народов Кавказа», но опять же, если кто эту книгу держал в руках, видел объем небольшой, о всех народах Северного Кавказа, раскрываем черкесский раздел, там очень много вообще об адыгах, об их общественном строе, о расселении, о границах. Потом очень большой раздел о орнаменте. Вот. Ну, понятно, женщина, историк, внешний вид как-то ее, наверное, больше интересует. Чего же их оттаить? Я в свое время курсовую работу написал как раз на базе этой книжки. Называлась она «Орнаментика в прикладном искусстве черкесских оружейников». То вот, пожалуйста, вот этот вопрос хорошо рассмотрим. А вот технические характеристики, как это стреляло, насколько это все в реальных боевых условиях применялось, вот здесь, конечно, в этой книге об этом говорится, ну, можно сказать, что минимально. Вот. То есть, если вот как бы не сильно вдаваться в подробности, скажем так, что специальные книги, отдельные, большой, хорошие, объемные книги про огнестрельное оружие адыгов нет. То есть вот получается, сколько там уже лет прошло, там десятки лет, сотни. Многие историки говорят мне, ну лично, когда со мной общались, говорят, да, очень такая тема важная, вот взяться бы за нее, но такого человека, видимо, еще, к сожалению, пока, ну, нету. То есть такого историка, который взял бы себя и посвятил этой теме. Вот. Ну, конечно, что есть. Есть очень много, например, очень таких богатых на мелованной бумаге альбомов о таком хорошо украшенном парадном черкесском оружии из коллекции там московских музеев, там краснодарского музея, там нальчикского и так далее. То есть, но это, сами понимаете, немножко не то. Тем более, что одно дело богато украшенное парадное оружие, а другое дело реальные массовые повседневные образцы. Вот. Кстати, аналогию можно провести и какую? Ну ладно, допустим, книги об адыгском огнестрельном оружии нет. А если, например, книга о огнестрельном оружии линейных казаков?
Тоже нет. Тоже не было. А почему такая аналогия? Да потому что они пользовались или затрофейными черкесскими образцами, или покупали у них же, или тульские там, и другие оружейные заводы, предприниматели, они часто работали, делали ружья в так называемом черкесском стиле, на черкесский манер, продавали их потом в оружейных лавках, вот, в частности в Екатеринодаре многие тульские купцы занимались тем, что поставляли вот такое черкесское оружие московского русского изготовления. Но, вот опять же, а есть книга оружия, вот, которую применяли линейные казаки? Тоже нет. То есть тоже проблема. То есть получается, как не подойти, вот, конечно, есть определенный минус историографии современной. С другой стороны, кто этим активно занимается? Реконструкторы часто вот выручают вот эти вот различные наши современные ребята инициативные, которые там, ну, они в основном куют мечи, плетут кольчуги, потом ими всячески друг друга крестят в своих вот схватках, которые они устраивают. Есть, например, реконструкторы войны 12-го года отечественной. На Бородинском поле не только они устраивают свои мероприятия, красочные, яркие, замечательные, по периоду то же самое. Но вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, у меня мало сведений, но... Вот тоже вопрос. А есть черкесские реконструкторы, которые, например, вот, стреляют из этих винтовок? Это, кстати, я хотел задать вопрос тоже. Вот, ну, наверное, буду писать ролик по этой теме. А почему не проводятся вот эти фестивали реконструкций вот, на Кавказе, допустим? Да? У них же у кабардинцев есть тут Канжальская битва, вокруг которой столько как бы связано. Ну там один маленький нюанс. Нужно где-то будет добыть стадо ослов. Стадо ослов и наслать их в результате битвы. Да, дословно делать все. Ну, хотя бы просто собирались бы люди, потому что людей много кто увлекается, да? Да, конечно. Одеждой, оружием. Тем более у них есть некоторые уже для этого задатки. Ну, вот, например, какой-то отряд черкесской кавалерии легко создать. Вот, смотрим нашествие в Нальчике. Вот, пожалуйста, есть. А одежда есть. Вот с оружием, оснащением другой вопрос. Да, вот. Хотя, опять же, тот же самый Феликс Наков, у него есть ролики на Ютубе о черкесской шашке, когда он рубит, причем как бы в такой в горно-лесной местности, как-то пытаются вот этот антураж, вот эту вот эпоху восстановить. Ну, да, в одежде. Смотрится красиво, интересно, ярко-красочно, но, опять же, напомним, это холодное оружие. Да. Поэтому, вот опять же, на Ютубе есть сотни. Может быть, даже тысячи роликов про черкесскую шашку. И как ей рубить, и как она, какая она такая, вот такая, такая, такая. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я там немало времени провел, но я не нашел ни одного ролика, где, например, хоть раз кто-то выстрелил из черкесской винтовки. Вот это явный как бы пробел. То есть, как вот это все дело как бы развивать, когда вот некоторых основ нету. Хотя, опять же, в оправдании можем сказать, что а почему так? Наверное, потому что почему не изготовляют этих самых вот образцов огнестрельного оружия? Шашки делают, и кинжалы делают, это все прекрасно знают. Но огнестрельным оружием заниматься, наверное, трудно. По нескольким причинам, можно упомянуть хотя бы законодательно. Вот если смотрим западных реконструкторов, у них там вплоть до танков и самолетов Второй мировой войны, даже там вот, американские эти ребята, там Вьетнамской войны, у него вот в личной собственности танк или какая-нибудь бронемашина. Или у него есть коллекция огнестрельного оружия вплоть до пулеметов. И они на этих своих американских фестивалях фестивалят, жгут сотни и тысячи патронов, выстреливают и всячески вот демонстрируют возможности своих коллекций. И, кстати, интересный нюанс. Там же есть вот как раз реконструкторы той же самой гражданской войны с этими кремниевыми, капсульными, дульнозарядными ружьями. И вот такой интересный факт. Ну, хотя, может быть, там до меня информация дошла искаженно, но тем не менее, что... По американскому законодательству, если оружие дульнозарядное, на черном дымном порохе, ну, какое-то кремниевое, капсульное, это не оружие. То есть не нужно бегать, суетиться, регистрировать, доказывать, что ты там не верблюд, что ты там его не используешь для каких-нибудь нехороших целей. То есть у них это гораздо проще. То есть если ты занимаешься вот этой эпохой, ну, еще раз повторяю, там... Оружие 19 века, особенно первой половины, тебя никто не достает на тему лицензии, каких-то вот проверок и так далее. У нас, сами прекрасно понимаете, в стране ситуация более жесткая. Поэтому даже с длинным клинковым оружием есть куча проблем.
А уж тем более, если человек изготовит, вот, ну, допустим, там, черкесскую, там, кавказскую винтовку, я думаю, у него будет куча проблем вот с ее регистрацией, с ее хранением, с ее, там, не дай бог, применением на этих вот фестивалях. Mm-hmm. Поэтому, на мой взгляд, тут, наверное, не столько в желании людей, а сколько вот в этих препонах. Ну, в документах, в законодательстве, которые, видимо, мешают развитию этого направления. Хотя, опять же, можно вспомнить фразу знаменитую советскую, пионерскую: если сильно захотеть, можно в космос улететь. Да. У нас реконструкторы Первой мировой строчат из пулеметов. Конечно. Строчат. Пример есть. Великая Отечественная, ну, еще как. Вот. Поэтому, видимо, надо как-то соединять вот эти более активные инициативы с какой-то законодательной поддержкой, чтобы действительно появились реконструкторы, адыгские, черкесские, да, кавказские реконструкторы эпохи Кавказской войны, там, конец 18-го, начало 19 века. Вот. Ну, это что касается такого общего направления, то есть что такое современный вопрос изучения адыгского огнестрельного оружия. Ну а теперь перейдем, собственно, к знакомству адыгов с огнестрельным оружием. Видимо, для начала стоит сказать, когда это произошло. Да. Знакомство черкесов с огнестрельным оружием, ну, по мнению большинства историков, это 16 век. Угу. Почему не раньше? Ну, один из аргументов такой, что в 15 веке итальянец Джорджо Интериано, который очень подробно дал описание адыгов, он вообще не упоминает огнестрельное оружие. То есть, ну вот по такой логике, по археологическим многим данным, то есть в 15 веке, судя по всему, адыги с огнестрельным оружием знакомы не были. А вот в 16 веке, да, произошло. И опять же, как мы это узнаем? Ну хотя бы потому, что вот именно в 16 веке кабардинские князья неоднократно обращались к русскому правительству с просьбой прислать стрельцов с огненным боем. То есть получается, что одна из проблем, которую они хотели решить с помощью Москвы, это защита от крымского и турецкого натиска. И если с кавалерией, с вот этим вот ударной мощью в полевых сражениях, с конными массами, с оснащенными там кольчугами, в хороших доспехах, с саблями, тут все у них было нормально, а вот с огнестрельным оружием им нужна была помощь. И поэтому, когда они приезжали в Москву, там, ну, одна из первых визитов, это 1552 год, конкретная просьба: дайте нам огненного боя. Угу. А ну, если как бы понятно, что дать не можете просто так, потому что обращаться нужно с этим еще уметь, то вот дайте нам отряд стрельцов там, с пищалями, с этими, с ружьями, с пушками, чтобы помочь нам вот в этих наших постоянных проблемах с крымцами и турками. То есть это явный факт того, что на тот момент адыги уже прекрасно знали, что такое огнестрельное оружие, вот, но пока что им не располагали. А даже если упомянуть, что, ну, может быть, какие-то единичные трофеи были, то есть в каком-то бою там захватить можно было, но другой вопрос — уметь этим пользоваться. То есть для человека, который не имеет этих навыков, что такое ружье? Это железная палка с дыркой. Uh-huh. Вот. Ну, можно, наверное, использовать ее как дубинку. Да? Uh-huh. А вот понимать, что такое порох, как его отмерять, как заряжать и как сделать так, чтобы, не дай бог, не разорвало, это, конечно же, определенное искусство и умение. То есть, получается, вот эти все вопросы решались адыгами в 16 веке. Знакомство с огнестрельным оружием, первые случаи его применения в боевых действиях. Uh-huh. Ну, нас, конечно же, интересует, наверное, больше широкое распространение этого оружия, да. Но это уже, конечно же, следующий век, вторая половина 17 века. Опять же, как мы это знаем? Благодаря турецкому путешественнику-разведчику, которого звали Евлия Челеби, который уже вовсю упоминал огнестрельное оружие в адыгской среде. Ну, напомню, что по Черкесии этот турок путешествовал, кстати, по старой генуэзской дороге он путешествовал, вот, в 1666 году в свите крымского хана Мухаммеда Гирея IV. Вот, ну, если кому интересно, он, кстати, не совсем был крымским ханом, он уже был на тот момент смещен с крымского трона турецким султаном за дерзость и за непослушание. Но тем не менее, все-таки будем говорить, что с крымским ханом он путешествовал по Черкесии в его свите. И вот что, например, Евлия Челеби писал о ружьях. «Некоторые беи возят ружья на лошадях, а копии не носят». Угу.
Или же пешие воины все имеют ружья. То есть сразу вот прослеживается какая-то особенность, воинская специализация, что в кавалерии огнестрельное оружие в черкесской коннице не является каким-то основным видом, а вот пехота черкесская уже перешла на огнестрел. Да. Что он еще по этому поводу говорит? Например, для сопровождения крымского хана, ну, уже упомянуто нами, племя Большая Жаны, или Большая Жана, ну, Жанеевцы, так называемые, да, выставила 1000 воинов с ружьями. Столько же воинов выставляли для хана племена Балаткай и Буздук. Но Балаткай – это от имени князей Балатоковых, это тимерговцы. Ну, Буздук, нетрудно догадаться, что это бжедуги. То есть получается вот такая пропорция, что если какое-то вот нужно военное представительство, то племя выставляет 1000 воинов с ружьями. Но подразумевается пехота. Да. Вот. Соответственно, все-таки еще раз уточним, какой процент черкесских воинов в 17 веке был вооружен ружьями, то есть уже огнестрельным оружием. Ну, если изучать, например, того же самого Ивлея Челеби или другие документы 17 века, вопрос, ответ будет на этот вопрос примерно такой. Однозначно меньше половины войска. Вот. Судя по запискам Челеби, от 1/3 племени бжедугов, или до 1/6, когда он в Малой Кабарде вот войско наблюдал, там было 12 тысяч воинов, он там насчитал, из них 2 тысячи были вооружены ружьями. То есть получается, чем племя более, ну, условно равнинное, конное, ну вот кабардинцы славились что? Конница. Своей многочисленной конницей. И из горных, ну скажем, условно там племен, которые когда-то вышли с территории черкесского там побережья, вот кабардинцы дальше всех ушли на равнину, и у них, соответственно, была самая многочисленная и мощная конница. Вот у них было меньше всего воинов с огнестрельным оружием. А чем глубже в горы, чем племя более пешее, ну, не будем как бы забегать вперед, но условно скажем, что вот, например, абадзехи в свое время, в 19 веке, они славились как пешие стрелки, да? Вот в этих племенах горных, конечно же, процент пехоты, вооруженной ружьями, был гораздо-гораздо больше, а количество конницы было меньше. То есть вот такая специфика. Ну, ближе к 19 веку, конечно же, ситуация изменилась. Как? Ну, хотя бы потому, что кремниевое оружие служит долго, ломаться там практически сложно чему-то. Вот. Поэтому кремниевое ружье может использоваться, ну, почти 100 лет. Соответственно, постепенно огнестрельное оружие в стране, в Черкесии, накапливалось. И в 1830-х годах тот же самый султан Хангирей писал в своих записках о Черкесии, что нет почти ни одного черкеса, который бы не имел огнестрельного оружия. Ему же, его же дополняет англичанин Джеймс Белл, который пишет, что сейчас каждый пастушок обладает или ружьем, или пистолетом, а иногда и тем, и другим. То есть какой мы, собственно, можем сделать от этого вывод, что, ну, такой итог промежуточный, что в 15 веке адыги с огнестрельным оружием практически не были знакомы. В 16 веке это знакомство произошло. Ну, откуда? Турки, крымцы, ну и московы, как их те же самые турки называли, русских. Вот. В 17 веке это огнестрельное оружие уже массово пошло в адыгскую среду. Наметилась специализация какая-то некая, все-таки, что черкесская пехота – огнестрельное оружие, черкесская кавалерия гораздо меньше и позже стала применять его. Почему? Еще, ну, есть там одна мысль, мы ее еще потом скажем. 18 век, особенно 19 век, его началу, все, уже как бы адыгское общество массово насыщено огнестрельным оружием, и, грубо говоря, вот ружье, ну, это как бы повседневность практически каждого черкеса. Но, опять же, какое оружие, в каком объеме было, ну, допустим, навешано на как отдельно взятого адыга. Здесь, наверное, для начала мы одно небольшое, как бы, четверостишье вспомним, которое написал Александр Сергеевич Пушкин в 1820 году, когда свою поэму «Кавказский пленник» он создал. Тогда еще молодой Пушкин, он тогда в первый раз был на Кавказе, очарован был. Но в то же время, как он сам потом, через много лет, прочитав поэму, сказал, ну, многое наивно, но подхвачено и замечено верно. И вот о адыгском оружии какая там есть строчка. «Черкес оружием обвешан,
Он им гордится, им утешен. На нем броня, пищаль, колчан, кубанский лук, кинжал, аркан. И шашка, вечная подруга его трудов, его досуга. Ну, то есть, получается, Пушкин вот перечислил практически буквально все доступные виды адыгского черкесского оружия. Но сразу возникает вопрос, а если все это навесить на одного человека, насколько это все будет эффективно и реально? Ну, конечно же, наверное, здесь что-то не то. И вот если проанализировать различные тексты, ну, 17, 18, 19 веков, то становится понятно, что, конечно же, разное оружие было у разных адыгов. Вот, например, опять же текст. Николай Симоновский, российский офицер, в 1837 году он участвовал в военной экспедиции против прибрежных племен, против шапсугов. Ну, это район Пшады, Вулана и так далее. Боевое столкновение. Он описывает черкесский отряд. Человек 200, иные из них в панцирях и шишаках, но большая часть оборванные и даже босые. То есть подразумевается, что вот черкесский отряд, ну, наверное, шапсукский, вот, но, видимо, более обеспеченные адыги, они в полном комплекте оружия, да еще и в защитных доспехах, а большая часть, ну, скажем так, тфакотлей, то есть свободных крестьян. Общинников, ну, по-русски крестьян, ну, мы крестьян, наверное, не совсем будем говорить, потому что от слова христианин же происходит, поэтому общинники, свободные тфакотли, у них получается, ну, ружье есть. Но вот, например, с некоторыми вопросами, даже чисто в своей одежде, даже оборванные, даже босые. То есть, опять же, нужно уточнять, а кто из них пеший, а кто конный. То есть, вот если все эти, вот сесть, эти вопросы начинать себе задавать, а потом изучать тексты, можно примерно выстроить такую схему. Итак, минимальный, условно говоря, крестьянский набор оружия черкесского. Это ружье и кинжал. То есть вот первое, что начинал или мог себе позволить рядовой адыг, это иметь кинжал и ружье. Поэтому если рассуждать вот о том, какое оружие у каких адыгов было, то классификация условная примерно такая. Минимальный крестьянский набор, ну крестьянский в кавычках. То есть подразумевается, что большинство адыгов, особенно четыре больших демократических племени, это свободные общинники тфакотли. Вот чем был вооружен тфакотль простой? Это ружье и кинжал. Вот в 19 веке это ружье и кинжал. Ну, можем, конечно, пошутить, вспомним, что если нету ружья, то простая кизиловая палка. Как тот же самый Симоновский, российский офицер, писал, что по этим горам ходить надобно иметь особенное искусство, и без помощи палки невозможно. Или как Тарнау говорил, что я сидел и вырезал им эти палки, кстати, иногда на конце окованные металлом, там и в ауле от собак отбиваться, и вообще по горам ходить. Ну, это мы, конечно, шутим, но тем не менее. Вот, деревянная кизиловая палка превращается в железную палку, стреляющую, ружье. Вот это набор тфакотля, ружье и кинжал. Вот, если этот человек, ну, допустим, из обеспеченных тфакотлей, это который, например, имеет, ну, как бы, какие-то там вот этих невольников, подвластных людей, которые все-таки хозяйство, ну, на более высоком имущественном уровне, то это, конечно, уже классический набор, который обычно и перечисляют. Это ружье, пистолет, шашка и кинжал. То есть вот обычно вот это вот все всегда упоминают, что адыг имел, еще раз повторяю, ружье, пистолет, шашку и кинжал. Но опять же, вспоминаем, что начинается это все от кинжала и ружья, по степени дороговизны и распространенности, что тогда? Значит, будет так. Ну, извините, что повторяюсь. Итак, кинжал, ружье, пистолет, шашка. Потому что самое дорогое – это шашка. Соответственно, если у воина, у адыга, у черкеса висит шашка, это не такой уж и простой адыг в плане имущественном и социальном. Да, действительно, шашки, особенно хорошие, качественные, булатные, стоили на порядок дороже, чем все вот это оружие, которое мы перечислили. Соответственно, вот кто имел вот полный набор. Но вопрос, ну, насколько этот набор полный? Нет. Следующая условная категория – это дорогой дворянский набор. Дворянский, узденский набор, орка, то есть вид, да? У него кольчуга есть. Которую уже в 19 веке носили под черкесской. То есть вот если кольчуга под черкесской, значит ружье, один-два пистолета, причем, как правило, два. Ну и шашка и кинжал с ружьем.
То есть получается, какие дополнения? То есть какой-то защитный доспех, причем я сказал кольчуга, уточню, обычная кольчуга. Ну, что значит необычная, еще скажем. Вот. 1-2, причем, как правило, два пистолета. Шашка, кинжал, ружье. То есть это уже какой-то уздень, это уорк. Напоминаю, что в демократических племенах князей не было, но дворяне были. Ну, соответственно, это уже касается, скажем так, первых ступеней элиты черкесского общества. То есть вот чем они были вооружены. Ну, тогда надо упомянуть князя. То есть вот полный княжеский набор или еще, ну, если кто знает, уздени, дворяне черкесские, они были трех степеней. То есть условно полный княжеский набор или набор узденя первой степени. То есть это, ну, по богатству это почти как князь. Да, это доспех. Причем, заметьте, обратите внимание, кольчуга, и слово употребляется несколько иное, доспех. Какое подразумевается здесь отличие? Это не просто кольчуга, это, во-первых, шлем. Потом вот эти вот наручи с кольчужными перчатками, потому что вот, ну, обычно черкесские наручи это не просто вот пластина, а еще вот плавно переходящие в защиту кольчужную руки. Причем если здесь рука открытая, то есть это такая кольчужная полуперчатка, которая закрывает вот кисть вот здесь вот. Вот. Потом, собственно, сама кольчуга, точнее панцирь, как Потто упоминал, трехкольчужный панцирь. Что это такое? Ну, это более прочная кольчуга, более мелкого плетения, более прочная на удар. То есть, скажем так, дорогая, необычная кольчуга. Вот, лук, стрелы. Как ни странно, мы говорим о 19 веке. Да, лук и стрелы, сабля или шашка. Опять же, обратите внимание, сабля упоминается или шашка. Кинжал, 1-2 пистолета и винтовка, которую часто возит уздень. То есть вот, вот как Пушкин упомянул, все собрал, вот это больше, наверное, относится к князю. И опять же условно, потому что одновременно значит, носить на себе лук, стрелы и винтовку, ну это, мягко говоря, нереально. Вот. Но напоминаю, что были люди, которые вот в это состояние войны были погружены гораздо глубже, чем обычные дыги, даже там князья и дворяне, условно назовем это знаменитые наездники, предводители партии. Один из них, упоминавшийся в романе Екатерины Лачиновой, которая писала под псевдонимом Хамар Дабанов, «Проделки на Кавказе», Али Харциз. Ну, Харциз — это хищник, разбойник, вроде как переводится, да. Это вот она описала, как выглядел этот Али Харциз. Это, во-первых, такая хитрость, от, говорит, от кабардинских абреков. Это кольчужная сетка, вшитая в папаху. То есть вроде шлема нет, но если рубанешь по голове, не убьешь. Ну, да. Это редкая хитрость, но вот она упомянута была. Вот, ну, собственно, сама кольчуга, винтовка, три пистолета, шашка и кинжал. То есть Али Харциз носил три пистолета на себе. Ну как, еще упомянем, то есть в каких местах. То есть получается вот условная градация количества оружия и какое оружие носили разные адыги. То есть начиная от минимального крестьянского набора, упомянутого такого увеличенного полного комплекта князя и даже вот какого-то терминатора местного Али Харциза, который оружием был обвешан вообще как бы по максимальной степени. Как вы понимаете, нетрудно заметить, что князей и дворян от других воинов отличали в первую очередь что? Наличие доспехов защитных. Потому что, по мнению Хангирея, султана Хангирея, это все в основном отрывки из заметок о Черкесии, точнее записок о Черкесии, это издревле кольчуга, шлем и лук были оружием знатных адыгов. Простолюдинам не разрешалось ими пользоваться. То есть вот яркий пример, когда часто вот черкесское войско, и там присутствуют так называемые панцирники, значит это дворяне и князья. Потому что по древним, оказывается, родовым законам простолюдин надеть на себя кольчугу мог, но, видимо, носил бы он недолго, и за это он бы вскоре что-то получил. От дворян черкесских, которые, кстати, очень тщательно вот с этими моментами всеми следили, но достаточно вспомнить как бы факт родства. То есть черкесская княжна или черкесский дворянин, они будут родниться только с людьми своего уровня. То есть брак с простолюдинами недопустим и вообще даже не обсуждается. По-моему, мы как-то на прошлых интервью упомянули, что один из первых таких шокирующих браков был, когда Магомед Амин женился на княгине из рода Балатоковых, все были в шоке. Да. Вот. Но тем не менее, ладно. Ну,
во-первых, значит, им не разрешалось пользоваться простолюдинам защитными доспехами, да и, во-первых, были ли у них возможности, это же жутко дорого. Угу. То есть, если, опять же, посмотреть источники, то хороший панцирь стоил, ну, где-то 500 рублей. Это огромные деньги. И не то, что даже в адыгской среде, даже вот если соседнероссийскую пограничную, как бы, зону вспомнить, ну, жалование русского офицера годовое, там, от 200 до 400 рублей. То есть это огромные фантастические деньги, часто даже для многих российских людей, ну, не бедных. Угу. То есть это очень дорого. Вот. Поэтому на Кубани, на кубанской линии, то есть вот на этом нашем пограничье, часто вот если идет в набег какая-то партия, то видно, что кто там есть, князья или дворяне. Потому что они даже вплоть до 1830-х годов выезжали в поле не только вот в кольчугах, но и с родовыми старинными саблями. Кстати, не с шашками. Вот луками, колчанами для стрел и вообще-то брезговали применять огнестрельное оружие. То есть, ну, как мы уже упоминали, винтовку мог возить князю его оруженосец Уздень. Вот, но так он ехал с луком и стрелами. Вот рядом за ним ехал другой Уздень со значком, со знаменем, второй где-то рядом ехал с его, например, винтовкой. То есть, вот так они его сопровождали. Опять же, удивляться чему-то не стоит. Ничего тут удивительного нет. В конце концов, стоит помнить, что во многих культурах, ну, в Европе той же самой, не только, фильм «Последний самурай» сразу вспоминается с Томом Крузом, вот про это последнее поколение японских самураев. Они огнестрельное оружие, как раньше лук, арбалет, ну, получается, потом ружье, считали подлым, неблагородным оружием, которым, ну, благородный всадник, то есть рыцарь по-европейски, не пользуется, потому что это нечестное оружие. То есть вместо того, чтобы в честном благородном поединке один на один сойтись, в бою и помериться силами, это оружие убивает на расстоянии. То есть это претит вот этой средневековой рыцарской чести. Соответственно, вот обратите внимание, что мы вначале говорили, что пехота черкесская, она с ружьями была, а конница практически ружей не знала. Может, в том числе и поэтому. То есть благородные черкесские князья и дворяне, они часто пренебрегали огнестрельным оружием. Вот, ну, понятно, что до поры до времени, но тем не менее, получается, была такая специфика, что вот благородные всадники – это луки-стрелы, пехота из крестьян, стрелки из ружей. То есть какой-то такой элемент в истории адыгов присутствовал, тоже, как и у многих других народов. Но более подробно о том, как знать поменяла свое мнение о оружиях, мы расскажем. Ну, в другом разделе, не сейчас. Ну, единственное, что стоит, наверное, запомнить ключевое слово, а точнее кабардинское имя Мамсрыка Дамалей. Вот там мы и упомянем, что это был за человек и что там произошло. Ну а в конце первой части, раз мы все-таки упомянули, что знать использовала луки и стрелы, ну вот такой факт интересный, опять же, который хан Гирей упоминал, что стрелы князей, о, здесь наша специфика, да, были с белыми орлиными перьями. Впрочем, запрещалось под угрозой наказания иметь такие стрелы, так как это расценивалось князьями как посягательство на их права. То есть получается, вот этот вот элемент еще древнего средневекового рыцарства и чести и пренебрежения к огнестрельному оружию у знати, он даже вот проявлялся в том, что у них даже их традиционное оружие имело какие-то такие маркеры особые. Вот, что вот мое. Соответственно, княжеская стрела, если она в кого-то влетела, это лишний пример был потом, чтобы его доблесть и воинские заслуги подчеркивать, что вот был, например, убит, ну, княжеской стрелой, допустим, да, и так далее. Ну, то есть, получается, видимо, что первый раздел о знакомстве адыгов с оружием, о том, какое оружие у них появилось, когда, и какие адыги каким оружием пользовались, ну, наверное, для первой части достаточно.